Внимание! Внимание! Мы начинаем. Судьбу команду выводит у нас Дмитрий Лазарев. Дмитрий Лазарев, вы выводите команду? Дмитрий Лазарев, проверьте, команда готова? Внимание, парад! Равняйтесь! Мы начинаем торжественное открытие Кубка Украины по боксу 2011. Дорогие друзья, от имени Севастопольской городской государственной администрации нашего председателя Владимира Григорьевича Истуба я с большим удовольствием приветствую участников такого значимого спортивного мероприятия в нашем городе. Впервые город-герой Севастополь принимает Кубок Украины по боксу. Мы очень сильно волновались перед этим событием, но я надеюсь, что то, как мы и как наша федерация здесь все организовала и как все пройдет, я думаю, вы сами видите оценку этому мероприятию. Я знаю сегодня, что уже принято решение о том, что проведение подобного кубка будет в городе Севастополь традиционным. Я желаю всем участникам этих соревнований победы и да пребудет с вами спортивная удача. Спорта международного класса Алексей Трофимов.
вручает гранты за поддержку проведения и организацию проведения соревнований на Кубок Украины в Севастополе, директору коммунального учреждения объединения детской юношеской Кубок в Севастополе Юрию Прохорову, директору. Также заведующему отделом противомассовой работы коммунального учреждения объединения детской юношеской Кубок в Севастополе заслуженный мастер спорта Сергей Доценко, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее, заслуженный мастер спорта Сергей Заливченко. Ну, наверное, сейчас будет гром аплодисментов. Мы также представляем чемпиона Европы, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александр Усик. Государственный флаг Украины
Украины. Внимание! Выводящим тренером приготовить команды Андрей Закарян, выводящий тренер ФСД Украина, команду «Спартак» выводит мастер спорта Игорь Мороз, Луганск. Внимание! Внимание! Мы приглашаем команды участницы матча и лучшие музыка, которые аплодисменты зрителей. Встречайте! Командующий парадом, арбитр международной категории, мастер спорта международного класса, участник чемпионатов Европы и мира Дмитрий Лазарев. Итак, на ринге команды Украина и Спартак. Первая пара встречается. Эмир Нибири, Севастополь, Украина. Синего клуба защитник Виктор Денисов, Харьковская область, Спартак. Вторая пара, вес до 52 килограммов. Эдуард Юрченко, Киев. Его соперник Денис Шаруба, Харьков. Третья пара, вес до 56 килограммов. Евгений Попков, Донецк. Антон Кацет, Донецк. Вес до 60 килограммов. Йома Айдаров, Севастополь. Артем Зеленда, Сумская область. Шестой парень. Денис Лазарев, город Хмельницкий. Его соперник Николай Бычков, Харьковская область. Седьмая пара. Алексей Копкин, Севастополь. Станислав Подольский, Харьков. Тяжелый вес до 91 килограмма. Владимир Маслов, Севастополь. Его соперник Арсен Азизов, Харьковская область. И в супертяжелом весе на ринг выйдут Армен Симонян, Луганск, Украина. И Михаил Кучкин, Спартак, Днепропетровск. Выводящий тренер команды Украина. Мастер спорта международного класса Андрей Закарян, Севастополь. Выводящий тренер команды Спартак, мастер спорта Игорь Мороз, Луганск. Давайте проводим спортсменам аплодисменты и первый раунд.
объявляется, человек приезжает в час. Вот тут я знаю. Он приходит, он тоже вчера собрание приезжали. Представляем боксеров первой пары. Вес бойцов до 49 килограмм. Красному углу мастер спорта Эмир Небиев, Севастополь. Команда Украины. Синему углу. Кандидат мастера спорта Виктор Денисов, Харьковская область, сборная Спартака. Все, Юра, отойди. Сегодня в Севастополе большой спортивный праздник. Кубок Украины по боксу. Уже завершился один матч. Каждый день соревнования начинаются в 13 часов и в 17 часов. Мы приглашаем севастопольцев и гостей города на просмотр. Поем с участием сильнейших боксеров Украины. Я думаю, что наши призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, которые присутствуют в наших соревнованиях, могут сфотографироваться с любителями бокса, дать автографы. И мы приглашаем наших болельщиков, чтобы поддержали бойцов. Thank you.
Он защищает команду цвета спортивные команды Украины, то есть чемпион Украины. Мастер спорта и Мирзан Невин. Севастополь. Спортсмену 21 год. Боксом занимается в школе Олимпийского резерва, в спортивном клубе Таврия. За 6 лет занятия боксом провел 98 боев, 75 одержал победы. Призер чемпионата Украины, обладатель Кубка Украины прошлого года. Его тренеры, заслуженный тренер Украины Иван Карандей и мастер спорта международного класса Андрей Закарьян. Thank you.
49-26-9. Приготовиться к выходу на ринг. Максимум веса 56 килограммов. Попков, Донецк, Тассен, Мариуполь. А в этом поединке победу по очкам со счетом 11-7 одержал мастер спорта Эмир Ебиев. Украина. Севастополь. Третью пару будут судить рефери Селиванов, Евгений Селиванов, Балакар. Боковые судьи. Мащенко, второй Любас, третий Столик.